Добрый день, добрые зрители. Мы в аэропорту Внуково. Сегодня прилетает Бали и Мишка. Я Наталья. Приехала их встречать. Время 8 утра. Так что пока собачки едут ко мне. Миша у нас уже одна из подписчиц. Откликнулась. И после лечения Мишаня наш благополучно поедет в семью к Елене в Воронеж. Что очень радует. Привет, Бали! Привет, Бали! Привет, моя крошка! Привет! А где там Миша? Миша! Миша! Привет! Привет, моя собака! Привет, моя зайка! Привет! Да, привет, мой хороший! Привет! Сейчас будем пить! Кушать, писать, какать, мои зайки. Бали, Бали, девочка моя. Привет, моя милочка. Привет, моя рыбочка. Ну, прилетели наши якутяне. Сейчас поедем в клинику. Вышли из клиники, да, гуляем возле клиники. Миша осматривает территорию. Да, Миш, заехал им, как всегда, по пути курочку купила. О, пометил. Все, скажем, моя территория. Миш, пойдем, Мишенька, пойдем, где машина? Пойдем, мое солнышко, пойдем, Мишка. А пойдем, вон, вон машина, пойдем. Откуда мы приехали? Откуда Миша пришел? Ой, Миш. Ну, на лапку прям хромает, да. Болезнь не всего, конечно, далась ему лапа. Очень сложно, вдвоем с врачом вызывали еще подмогу. То есть очень больно ему, видимо, болезненно. У него очень болезненная лапа. В области шеи он еще ничего, как бы. Миш! Миш! Все, перевязали, на всех обиделся, да, Миш? Обиделся я на вас, на всех. А это наша Бали. Ой, да, Бали. Бали, красоточка. Ой, я думаю, на кого ты похож? Ты похожа на мою стрелку. Ты очень похожа на мою девочку-стрелочку, какая у меня в приюте. Ой, ну очень она, конечно, худая. Ну, худая она еще на фоне своей травмы.
И снова с вами я, Наталья, приют «Твори добро». Моя будет просьба к вам о помощи на корм. Сегодня среда, и финансов, к сожалению, вот вчера одна из подписчиц прислала 3000, это все, что мы можем позволить себе на сегодняшний день купить две коробочки курицы, и все. А заказано, как всегда, на сумму 16-17 тысяч рублей. Это на неделю. 31-го встретили Мишу в Бали. Детки проходят свою адаптацию. Миша лечится. Оскара забрали с клиники. Парень поправляется. Недели через две поедем на кастрацию, на плановую. И перед кастрацией сдадим анализы, посмотрим, как у него дела с кровью. Малыши растут, все растут, все вроде бы хорошо. Вали очень хорошо социализируется с моими собачками. Она смотрит на них, и когда я приезжаю, тоже уже начинает радоваться, прыгать, встречать. Это очень радует. Мишку, к сожалению, так как финансов, увы, нету, а мне приходится перевязывать самой, лечить. Вчера я снимала сама катетеры, но я бы очень хотела, перед тем, как Миша поедет в семью в Воронеж к Лене, мне бы очень хотелось обследовать собаку полностью. Мишка очень грузный, очень большой такой. Миша медвежонок, он очень мало двигается. Я буду приучать сейчас его хотя бы к прогулкам по часу. Он немножко пройдет и залазит либо в будку, либо идет в дом. Мы будем пытаться нагружать его побольше прогулками, но в идеале было бы очень хорошо Мишу проверить перед тем, как отдавать в семью, сделать УЗИ, грамотное УЗИ сердца, брюшной полости, и уже здорового, красивого парня с грумингом. Совсем будем, конечно, отдавать Леночке в семью. Он заслужил свое собачье счастье. Это большой, добрый, плюшевый Миша. Мои уважаемые, еще раз прошу вас помочь нам с питанием. Сегодня среда. К сожалению, покупать мясопродукцию абсолютно не на что. Очень много проведено стерилизации, кастрации. Это все деньги, бензин, время, питание, перевоз, вывоз собак. Спасибо, конечно, каналу «Верные друзья». Строительство забора – это сейчас немаловажный фактор. Сегодня у нас вот достраивают калитку, все, и будем завозить будочки. Поэтому я очень вас прошу не остаться в стороне и помочь нам купить ребятам корм. Увы, денег нет. Еще одна новость для тех, кто просил Яндекс, кошелек и Киви. Реквизиты будут указаны. Будем всегда рады любой вашей помощи.
Спасибо вам огромное за то, что вы со мной. Спасибо за то, что просматриваете наши ролики. Участвуйте в жизни приюта. Мы очень вас любим, мы очень вас ценим. А вы, еще раз говорю, моя большая дружная семья. И желаю всем здоровья, добра, удачи. И, как всегда, очень надеемся на вас и на вашу помощь. С уважением к вам. Волонтер бездомных животных, приют «Твори добро», Наталья.